Это лишь некоторые темы. В начале выпуска о главном. Губернатор Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с заместителем руководителя федерального казначейства Элией Исаевым. Вместе они побывали на строительной площадке будущего центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте в областной столице. Делегация также посетила и другие новые объекты, в частности, футбольный манеж. Как отметил руководитель области, развитие спортивного кластера в регионе становится возможным благодаря федеральному и региональному финансированию. Максимальная эффективность любого проекта – это когда мы получаем жалобы, что объекта не хватает, что у нас начинается быть супер востребованным, что люди жалуются, что не хватает ни детям, ни взрослым, и мы понимаем, что нужно идти дальше, нужно строить. Федеральная поддержка, она приводит к удивительному эффекту. Во время рабочей встречи обсудили не только вопросы использования средств на реализацию национальных и инфраструктурных проектов. Говорили о перспективах, подвели итоги совместной работы. В ходе последней проверки федеральное казначейство дало высокую оценку финансовой политике Белгородской области. Все эти замечания, они, конечно, были устранены, но те предложения, которые мы предложили по результатам нашей проверки, они были реализованы в виде принятия нормативных правовых актов Белгородской области. В нынешнее время, мне кажется, это очень важно. Каждый рубль должен работать на победу, во благо каждого человека нашей страны, во благо каждого жителя Белгородской области.